Заместитель министра гражданской обороны чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края Михаил Додатко доложил об итогах работы с начала года. Сотрудники полиции и представители органов местного самоуправления 32 городов Кубани провели профилактические проверки. На прошлой неделе в таких мероприятиях приняли участие около 52 тысяч человек. Сотрудники полиции более 20 тысяч, транспортной полиции почти 2,5 тысячи, специалисты миграционной службы 800 человек и 7,5 тысяч казаков-дружинников. Проверили 114 тысяч граждан. В ходе проверок установили 396 мест проживания иностранцев. 42 человека, находящихся в розыске, задержали. Изъяли 92 огнестрельных оружия. В органы внутренних дел доставлено 6,5 тысяч человек. Из них 417 прибыли из республик Северного Кавказа. На нарушителей составили 11 тысяч административных протоколов, 782 за нарушение миграционного законодательства. В судах принято решение о выдворении за пределы России 70 иностранных граждан. Таким высоким результатом во многом способствовала активная поддержка общественности, ТОСовцев и квартальных комитетов. От них поступило 945 сообщений, 701 заявление уже проверили. В некоторых муниципальных образованиях до сих пор не принимают исчерпывающие меры для привлечения всех возможных сил для обеспечения безопасности. В Приморско-Ахтарском, Калининском, Динском, Красноармейском, Выселковском, Успенском и Тихорецком районах казачьи дружины неактивно поддерживают общую работу с мигрантами. На маршруты патрулирования выходит до 10 казаков. Более эффективно работы ждут в крае от муниципальных служащих в Крымском, Кореновском, Приморско-Ахтарском, Брюховецком и Курганинском районах. Заместитель мэра Анапы Сергей Козлов потребовал от чиновников усилить действия по работе с общественностью. В ТСЖ собрать информацию, кто на курорте проживает без прописки и где находятся так называемые резиновые квартиры. Возьмите это на контроль, Владимир Владимирович. Самая главная сейчас задача для нас – проверить эти дома. Участковым тоже подключиться к этой работе. О местах проживания незаконных трудовых мигрантов и строительных объектов, где массово применяется иностранная рабочая сила, для мер оперативного реагирования можно сообщать по телефону горячей линии миграционного контроля 30721 и в ночное время 02. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа регион.